Простой и быстрый рулет из лаваша с творогом и сыром. Отличный перекус. Для начинки возьмем 300 грамм творога. Добавляем 100-130 грамм натертого сыра, измельченную зелень, немного соли и заправляем двумя столовыми ложками сметаны. Все перемешиваем. Начинка готова. Лаваш я немного смазывала сметаной, совсем чуть-чуть, очень тонким слоем. Делать это не обязательно, можно обойтись без этого. А сверху выкладываем начинку. Выкладываем также тонким слоем, полностью ее равномерно распределяем. Закрываем начинку вторым листом лаваша. Хорошо прижимаем и сворачиваем рулет. Один большой рулет я разрезала на три части для удобства. Выкладываем на противень, смазываем яйцом. Сверху можно посыпать, например, маком или кунжутом. И ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Рулет готов. Очень вкусно и просто. Приятного аппетита!